На улицах Австрии снова многолюдно. В большей части страны отменили локдаун. Но не для всех, а только для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Для непривитых ограничения сохраняются. Снова работают все магазины, парикмахерские и театры. Открылись рождественские ярмарки. В пятницу начнут работать отели, рестораны и кафе. А на следующей неделе откроются туристические фирмы. Замечательно, что можно снова гулять по улицам, строить планы, ходить по магазинам. Но самое важное для меня – это то, что мои дети вернулись в школу и общаются с друзьями. Я рада, что все открывается. Так лучше чувствуется рождественская атмосфера. В Австрии сначала объявили локдаун для невакцинированных. Он начался 15 ноября. Через неделю ввели общенациональный режим изоляции. Все это снова больно ударило по торговле. Сейчас бизнесмены надеются поправить дела. Настроение отличное. Я полна надежд и уверена, что у нас все раскупят. Мы потеряли больше 20 дней. Мы очень счастливы и с нетерпением ждем покупателей. Надеемся, что торговля пойдет в гору. В ноябре в Австрии ежедневно выявляли более 10 тысяч новых случаев COVID. Во время локдауна распространение вируса пошло на спад. Последние несколько дней регистрируют менее 5 тысяч зараженных. Всего в Австрии выявили более 1 миллиона 200 тысяч случаев COVID-19. Умерли 13 тысяч человек.